Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Родина Реплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить промокод, вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, пацаны, мои ручки, так сказать, дошли. Наконец-то мы сегодня посмотрим контейнеры. Но мы будем не в качестве участника, а в качестве зрителя. Потому что, пацаны, как вы знаете, у меня бабок сейчас нету. Поэтому, ну, мы не сможем их открыть. К сожалению, пацаны, к сожалению, мы не сможем их открыть. Но если вы здесь наберете много лайков, вот давайте 150 лайков набирайте на этой серии, и я найду бабки, и я лично попробую открыть эти контейнеры. Поэтому просто возьмите, поставьте лайк, можете еще подписаться на канал. Вот реально, я вижу охуенную активность от вас, и я найду бабки, я что-то продам, и просто откройте контейнеры. Поэтому возьмите, пожалуйста, поставьте лайк. Я, пацаны, честно, не смотрел ни видосы, ничего не смотрел про эти контейнеры. Я сейчас чисто буду при вас, как бы, мои первые эмоции, что там выпадает, там, и так далее. То есть я реально не знаю, что там выпадет. Мне самому очень сильно интересно. Я сегодня хочу это все показать вам. Время сейчас как бы сколько? По-моему, 12 часов дня, да. Именно в это время открываются контейнеры. Даже об этом здесь где-нибудь было написано, да, вот. Следующий аукцион 12.00, получается, по МСК. Возможно, еще потом будет контейнер. Я, пацаны, честно, не знаю. Я в это не вникал. Здесь есть, в принципе, разные контейнеры. Они дешевые, дорогие. Вот видите, 10 миллионов, 8 миллионов, получается, 10 миллионов. То есть контейнеры все разные. Но людей здесь, в принципе, немало, как бы. Все с бабочками, как вы видите. Вот получается 4, 5, 6, ну, где-то 10 человек здесь есть, в принципе. Это как бы немного, онлайн почти 300 человек. Просто я не знаю, вообще окупаются эти контейнеры, не окупаются. Сейчас, короче, посмотрим, что люди будут делать, потому что я, честно говоря, не знаю, что здесь выпадает. То есть мне реально интересно очень сильно посмотреть и показать это все вам. Надеюсь, это вам тоже интересно, покажите это реально активчиком. Ну, серьезно, если будет хороший активчик, то я буду сам эти контейнеры открывать, поэтому все зависит, пацаны, только от вас. Я реально надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание и на ваши приятные комментарии. Короче, вот как-то так. Так, объявление в порту, началось аукцион контейнеров. А, вот, только начался аукцион контейнеров. Тут уже на контейнеры поставили 33 миллиона 900 тысяч, пацаны. 33 миллиона 900 тысяч поставили на контейнер. Ультра, типа, там должно, наверное, что-то очень дорогое выпасть. Чтобы вы понимали, в этих контейнерах выпадают вот такие вот машины, по-моему. Вот Бугатти там, вот еще одна Бугатти. То есть из контейнера выпадают очень дорогие машины. Поэтому, пацаны, это реально жестко. Пацаны, чтобы вы понимали, здесь ставки такие просто ебанутые. 20 лямов уже поставили. Начальная цена 8 миллионов. Пацан уже поставил 20 миллионов. Здесь 33 миллиона стоит. То есть, ну, реально это пизда. Здесь стоит 40 миллионов. 40 миллионов, ебать! Просто 40 лямов поставил кто-то, пацаны. Я просто в ахуе. Здесь такие бабки крутятся. Понимаете, чтобы мне открыть контейнер, мне придется пиздец как попотеть. То есть, вот средний контейнер, в принципе, 7 миллионов. Вот Анастасия поставила. То есть, вот еще контейнер, типа. Вот эти средние контейнеры, то есть, их особо не перебивают. То есть, ну, они нахуй никому не нужны. Вот, 7500 стоит, типа, ну, как бы. А ультра контейнеры, там, премиум, вот, 36 миллионов стоит. Ёбнутые просто ставки, ёбнутые просто. Такие бабки здесь крутятся, это пизда просто, пацаны. Я просто по таким впечатлениям, я просто, пацаны, в шоке, реально. Типа, ну, 40 лямов просто ты ставишь на контейнер, на котором изначальная цена, там, 8 миллионов. Это, пацаны, просто жесть, реально. Здесь такие просто мажорики бегают, такие ставки ставят. То есть, ну, я просто в шоке, реально. То есть, на другом проекте такого нету, пацаны. Вот, на другом проекте такого нету. Там таких сцен я еще не видел. А здесь просто по 40, по 50, я думаю, даже ставят лямов. Не, пацаны, реально по красоте просто. Такая приятная движуха, знаете, типа, ну, реально много людей. Просто, ну, сейчас как бы школа. Сегодня у нас, по-моему, четверг, если не ошибаюсь, как бы онлайн 270 человек. Ну, то есть здесь реально много людей. Типа, все общаются, бегают, веселятся. То есть, ну, реально прикольно, пацаны. Мне такая атмосфера очень сильно нравится. Просто все сидят, короче. Ну, реально, пацаны, атмосфера очень классная на родине. То есть все такие дружелюбные, все такие на позитиве получаются, общаются, то есть... Ну, реально по кайфу просто. Так, что тут выпало? Бронза, короче, всякая хуйня. Так, а здесь что выпало? Давайте посмотрим. Так, здесь выпала какая-то машина, да? Toyota, Mercedes E63, Mercedes-Benz GLS 220, компенсатор получается...
Ну, здесь тоже машина выпала. Ну, здесь контейнеры пиздато вылетят, типа такая машина накрытая. Так, давайте посмотрим остальные контейнеры, что кому выпало вообще. Так, здесь у нас что выпало? Деньги, BMW M5 Old выпало. Машина, получается, да, выпала? Не, ну за 7 лямов, мне кажется, это нормально. Мотоящик, Range Rover SVA выпал. Компенсатор, серебро, бронза. Ну да, здесь всякая хрень, короче, попадала. Не, ну пацаны, нормально так. Так, открывают контейнер и... Tesla Model X выпала. Нихера себе, за 40 лямов. Пацаны говорят, что повезло, типа, что она дорогая. То есть ему реально повезло. Tesla Model X выпала. Компенсатор, золото, деньги, XP-шки, деньги. Ну то есть, походу, он окупился, я так понял. Не, ну контейнеры, конечно, пацаны, классно выглядят. Видите, машина пропала, потому что он ее забрал, походу. Ну то есть, реально по красоте все выглядит. Мне очень сильно нравится эта система. Система реально прикольная, рабочая. То есть, все красиво выглядит. И внутри, и снаружи. Мне реально все понравилось. Если вы наберете здесь много лайков, если будет много комментариев там и так далее, ну лучше лайки просто ставьте и все. Вот 150 лайкосиков. Я ищу бабки просто и беру, открываю для вас контейнеры, чисто ради контента, пацаны. Все зависит чисто от вашей активности, поэтому не лените, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.